Доброе утро! Новый день, новые приключения. Снова с вами Макс Трар, вы на канале путешествий. И мы в Карачаево-Черкесии. Лиля кормит сына. Здесь есть форель, вот такой отельчик. Что? Что? Что такое там? Да трактор, ничего себе. А вот тут в Карачаево есть трактор. А он форель плавает, представляете? О, классно. Вот так вот. Здесь несколько номеров. Здесь кафе. Можно прикольно отдохнуть. Мы выехали в путь, друзья, и следующая остановка Архыз. Нашли, что в Карачаево-Черкесии есть лик Христа. Нерукотворный. Вот утренняя Лили разминка, да? Не сдавайся, Лили, не сдавайся. Молодец, сынок, топай, топай. Настоящий путешественник. Мама там где-то сидит уже на лавочке. Пошли, знали. Так, друзья, ну мы добрались. Лик Христа. Значит, смотрите, они даже сделали какое-то стекло желтое, чтобы было видно. И кто-то увидел лик Христа. Честно, виден один глаз, вроде палочка носа, чуть-чуть брови, вот как в этом окне. Да уж. Некое разочарование, друзья. Не обязательно сюда подниматься, честно. Вроде как это все же рукописно. Осталось когда-то, тогда-то, там какая-то надпись есть. Непонятно, в общем. Охраняется государством. Но какую лестницу они забабахали здесь. Это, конечно, респект. Архыз, конечно, поменьше, чем Донбай. В разы. И тут видно, что и горы ниже. И все заточено больше на какие-то квадроциклы. Мотиков уже группы я две видел на эндуро. Было бы здесь классно погонять на мотиках, наверное. Как вы думаете, может тур устроить? Пишите в комментариях. После Донбая Архыз немножко, конечно, меркнет. Ну, я думаю, съездить, покататься на лыжах здесь можно. Мы видим горнолыжный курорт. Мы к нему подъехали. Летом, может, не так красиво. Много велосипедистов, много людей, которые идут в походы. Ну, в общем, ладно. Мы здесь были, галочку ставим. Мне кажется, что мы зря сюда прокатились. 50 километров лишних. В принципе, виды, да, были прикольные. Но самые интересные, красивые места, которые по дороге в Архыз, я покажу вам чуть-чуть попозже. Это ухо земли и плато там будет просто шикарнейший вид. Я вам обещаю, не переключаемся, не забываем ставить лайк, поддерживать канал, под видео есть ссылочка, конечно же, написать комментарий, это продвигает видео, ну и, конечно, подписаться, если ты не подписан. Видно, что этот регион очень сильно развивается в сторону Архыза. Местный житель сказал, что вроде как планируется, правда, дедушка говорил, сделать туннель до Абхазии, пустить даже железную дорогу, поэтому возможно, что Абхазия будет взаимодействовать уже через горы с Карачаево-Черкесией, что даст возможности здесь, конечно, расширить уровень зимних горнолыжных курортов. Поэтому застройка здесь прям серьезная, вливание денег чувствуется. Дома очень шикарные, красивые. Ну да, дороги, лошади. Друзья, я понял, как улучшить наш внешний вид, наших всех туристических комплексов. В первую очередь надо сделать все в одном стиле. Я уже ранее говорил. Просто надо правительству либо выделить средства, либо обязать предпринимателей, чтобы они, во-первых, выкрасили в один цвет, сделали какой-то легкий декор, чтобы это все было гармонично, убрать всякую вот эту самострой непонятную, все это разгрести. И все. И мы реально выйдем на уровень европейский. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.
Самый большой телескоп. Нет, не телескоп, звуковой. Представляете, телескоп уха Земли. Офигенно. Почему, интересно, он построен около дороги? Неужели вся рога не создается? Смотрите, как здесь круто. Это плато. Мы находимся на высоте 1000 метров над уровнем моря. Виды просто шикарнейшие. Вот за вот этих именно видов стоит ехать на Архыз. Ну, здесь прямо вау. Дорога, кстати, совсем буквально недалеко идет от Домбайской дороги. И буквально 30 километров, но виды просто шикарные. Равнина на горе. Fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts and turn them to a game. Take the best thoughts and put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Вот так берешь арбузик в автодоме. Выходишь. Вау, да? Вау. И арбуз еще офигенный. По 30 рублей за килограмм. Метрах забрались опять. Слушайте, бусик нормально тянет, тянет и тянет, и был такой красоте. Ходили ли босиком? Так, я думаю, надо записать ролик. Теперь как ты бежишь вниз? Я хочу туда бежать. Вон туда, ну вообще круто. Полетели, посмотрим, что там. Полетели. А вот это я понимаю, ребят. У кого-то мопеды, у кого-то лошадь.
crying why you never said you felt that way. Cause you're trying to stay strong and fake a smile. А мы все набираем высоту, все едем выше и выше. Дорога очень шикарная. Машина с трудом на третий тянет, но едем. Sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient. Okay, just let me be me. I'll stay out of your way. I can see the way you look at me. I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this. Мы на высоте 2150 метров. Вау! Перевал! Переходим перевал, друзья. Today, I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Рога, друзья, здесь паршивенькая. Конечно, половина пути, а мы трешовые такие. Блин, но тут лежачие полицейские просто на каждом шагу, они реально добивают. И мы, кстати, видим сквозь крону деревьев Кисловодск. Мы в Пятигорске, среди пяти гор. Смотрите, как интересно. Охота-рыбалка, рыболовные товары. Два таких огромных магазина. Два монополиста такие. Это как, помните, Твикс разъединились. Вот, наверное, и они также. Нет, я буду этот товар продавать. Нет, я буду. Смотрите, знаменитая гора с антенной. Помните, Севка ТВ? Передадим привет им. А мы сейчас едем на народные ванны. Пятигорск. Такой маленький, как деревня. И Севка ТВ. Кстати, вот здесь горячие источники. Или народные ванны. 2 года назад я вот именно в этих ваннах купался. И я вам скажу, они были просто безумно красивые. Сейчас это какая-то помойка. Вода вообще застойная. Вот здесь можно было реально лежать, греться. Но в итоге смотрите, какая шляпа сейчас. Это все было такое зеленое, красивое. Печалька. Ванна с шикарным видом. В прошлые разы как-то прямо хотела, сейчас что-то смотришь, как-то так стремаешься куда-то лезть в эту чащу. Ну а чуть выше, откуда и бьют все сами источники, находится санаторий, где можно, конечно, подлечиться у профессионалов. Так, следующие народные ванны. Но с ними что-то случилось, потому что было прямо очень красиво, стало очень страшненько. Тут и болотца. Конечно, лучше занять, как и в куриц, у куриц, повыше жердочку. Прямо из горы. Горячая такая. Ух, тут руку сильно не подержишь. Пару лет назад она была прямо прозрачная. Ну, как-то из-за были. Того, что тут зимний, ну да, наверное, может, из-за этого. Ну как в джакузи, только бурбулок нету. Давайте постараемся. Приобщился я к народным ваннам. Знаете, интересно, интересно. Люди приезжают и по 7 дней вот сюда приходят по 20 минут каждый день и кайфуют. Пятигорск такой прикольный. Пришли мы в наш обитель. И смотрите, с каким шикарным видом. Правда, много еще и людей здесь.
Это у нас, друзья, Пятигорск на самой вершине. Такая красота у нас получается. А здесь у нас мясо жарится. Чем-то есть плюс, когда у тебя еще духовка, духовка уже, хотелось бы еще и духовки, что у тебя плита двигается. Ну, вот так мы, друзья, и сидим. С разных ракурсов покажу. По-семейному. Ну, будьте здоровы. До новых встреч. А нет, мы еще пойдем сегодня купаться в горячие ванны или народные ванны.